используют диких животных. Дикие животные обречены на ежесекундные страдания в цирках. Законом Украины с 2015 года запрещены передвижные зоопарки и передвижные выставки диких животных. Следующий этап – это запрещение использования диких животных в цирках. Уже более 40 стран мира, задумайтесь, более 40, запретили использовать в цирках животных. И Украина следующая. У нас сегодня лед на льду, видите? Цирк на льду, у нас лед. Цирк на льду. А вообще в цирке уже есть животные? Нет, в цирке нету, в одесском цирке животных нету. Тут ни одного животного, кроме котов, ни одного животного. Тараканы иногда пробегают. Тараканы есть. Где же все животные? А нету у нас программа, у нас лед. В одесском цирке вообще животных нету. Можете это себе забить там надолго. Нет. И с этими вопросами сюда не обращаться. Не поддерживать использование животных в цирковых представлениях. Не оплачивать насилие и чужую боль и страдания. Длиной и ценой целую жизнь. Животные в цирке не могут общаться между собой. Не могут жить своей жизнью, которая положена в цирке. Никогда не издевались над животными. Это не наши. Вот ваши плакаты, это не наши. Это не украинские вот эти вот плакаты. Это не, здесь нету животных, которые вот так вот ними издеваются. У нас животных халеют, любят. Мы можем не получить зарплату, но животному продукты возьмут. Приглянулось, да, некому? Это тоже может быть. Это скорее всего. Возьмут вот собак, кошек и сделают приют для них и накормят. Они не понимают. Понимаете одну вещь? Погибла медведиха, мать. У нее четверо маленьких. Если ее охотники берут, приводят, ты либо в цирк, либо в зоопарк. Если их не забрать, они же погибнут. Конечно. Это кому-то нужно. Так лучше, пускай они там погибнут, да, чем они живут. Да, они кому-то нужны. Пришли бы в цирк, нормально. Мы пришли. Понимаешь, попросили бы, покажите условия, как вы это сам содержите животных. Мы пришли показали нормально, бы. Я стою на звукорежиссер, обещал, что он договорится показать. Вот звукорежиссер, он стоит, снимает. Нет, это не он. Нет. Так, ну зачем? Больше нету никого. Пожалуйста. Выйдите сюда, запрещено заходить, девушка. Мы же к вам же не идем. Ну это служебный вход, сюда нельзя.